Барт Гарантийные человечки У нас в холодильнике только дохлая мышь не ночевала, народная пословица. Глава первая Приезд холодилина В ясный солнечный день в квартиру привезли холодильник. Деловые сердитые грузчики внесли его на кухню и сразу же ушли вместе с хозяйкой. И тихо-тихо стало кругом. Вдруг сквозь щель облицовочной решетки из холодильника выбрался на пол маленький человечек, несколько странного вида. За спиной у него висел газовый баллончик, как у аквалангистов, а на руках и ногах были надеты большие резиновые присоски. Человечек отошел в сторону, осмотрел холодильник. И вдруг мухой полез наверх, туда, где виднелась рваная свежая царапина. Он подобрался к ней, включил пульверизатор, и через секунду черная полоска на белоснежном фоне нового холодильника растаяла под облаком белой краски. А на стене кухни висели огромные старинные часы с башенками, с толстыми литыми стеклами и большущим желтым маятником. Над циферблатом было окошко для кукушки. В этих часах сбоку открылась дверца, и вниз скатилась веревочная лестница. Она доставала как раз до самого пола. Человечек из холодильника обернулся и посмотрел наверх он увидел другого маленького человечка, очевидно, хозяина часов. Это был старый мастер, весь седой, в черном сюртуке и золотых очках. — Здравствуйте, — сказал старичок. — Когда вы закончите, будьте добры, поднимитесь ко мне. У меня как раз чай вскипел. Вам с дороги. — Большое спасибо, — отвечал новичок. — Через пять минут я буду у вас. Он полез вниз, занес под холодильник инструменты и отправился по веревочной лестнице в гости. Хозяин часов встретил его у входа. «Иван Иванович Буре», — представился он и поклонился. «Холодилин», — отвечал гость. «Прошу вас», они направились вверх по крутой винтовой лесенке. Холодилин с любопытством озирался по сторонам. Видно было, как за перилами работает часовой механизм. Крутились и покачивались колеса, жужжали блестящие шестеренки и переваливалась с места на место качалка маятника. Лесенка привела их к большой площадке комнате. Там посредине стоял стол с самоваром. У одной стены была кровать с горой подушек, а у другой верстак с блестящими белыми инструментами и всякими латунными приспособлениями. В комнате было очень чисто, и все как-то очень продумано. И вообще, она скорее напоминала не жилье, а старинный дом-музей какого-то известного ученого. Рядом со столом в стене было прорезано окно и на широком подоконнике дремала большущая кукушка с выпученными глазами и разинутым ртом. Она была красная с желтыми крыльями. Вот и все. А внизу под полом тикал и вздыхал часовой механизм. «Надолго к нам?» — спросил часовой мастер, разливая чай по стаканам. «На два месяца!» «Это почему?» — удивился Иван Иванович. «Такой короткий срок гарантии?» «Нет!» гарантия обычная два года просто мой холодильник взят на прокат на дачу а вы надолго сюда ах боюсь на всю жизнь теперь уже поразился гость на всю жизнь у этих часов такая гарантия гарантия обычная просто того завода на котором эти часы делали давно нет и ехать мне некуда вот и живу здесь почти шестьдесят лет и часики, смею заметить, как новые. Секунды в секунду идут. Тут он вынул из кармана маленькие часы, посмотрел на них. Высунувшись в окошко, он сверил свои часы со стрелками большого циферблата, и те и другие показывали ровно одиннадцать. «Машка», — сказал Иван Иванович кукушке, — «пора». «Не пора», — вдруг ответила та. «А я говорю, пора». «А я говорю, не пора», в чем дело? Сурово спросил Иван Иванович. Ты почему не кукуешь? А для кого куковать? Никого в доме нет. Ну и что? Ты кукуешь не для кого-нибудь, а потому что так надо. Кукуй! Кому говорят? Куку! 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 -ку. быстро и сердито затараторила кукушка, будто кого-то дразнила. Так прокуковала она одиннадцать раз, чуть-чуть высунув нос в окно, лишь бы от нее отвязались. Потом она снова поудобнее устроилась на подоконнике и задумалась. И днем куку, -ку, и ночью куку, -ку, и через час куку, -ку, и через полчаса куку, -ку. а спать-то куку, сквозь сон ворчливо сказала она. А еще кто у вас живет? спросил холодилин после куковального бунта. Есть наши? Есть, есть, отвечал буре. Вот я вам покажу. Они поднялись еще выше по той же внутренней лестнице и оказались наверху на балконе. В кухне я один живу, сказал часовой мастер. Был еще швейный человечек в машине. Но он уже уехал. Гарантийный срок у него кончился. А в той комнате есть еще двое наших. Один в пылесосе, другой в приемнике. Я вас с ними познакомлю. Только знаете что? Он посмотрел на часы. Сейчас хозяйская дочка придет, минуты через две. Решайте, как быть, к себе пойдете или у меня останетесь. Лучше побудьте у меня. — К себе, к себе! — поспешно отвечал Холодилин. — У меня и дел полно, да и вещи не убраны. — Тогда спешите, сударь. Ребеночек этот шустрый может и раньше времени прийти. Холодильный человечек быстро спустился на пол и перебежал к себе. А Иван Иванович затащил веревочную лесенку наверх. И как раз вовремя кто-то уже вовсю гремел ключами у входной двери.